Всем привет! В этом видео я вам покажу комплекс упражнений, которые могут помочь вашему малышу перевернуться. Если у вас малыш находится в тазовом предлежании, чтобы он, ну, помочь ему перевернуться в головное предлежание, головочкой вниз. Эти упражнения помогли мне, они помогли и другим женщинам, но не забывайте, что все индивидуально. Я вас очень прошу, разговаривайте со своим малышом. Он вас слышит и чувствует, чувствуйте его. На своем личном примере могу сказать, что на 36-й неделе доктор мне сказал, что малыш перевернулся и находится в тазовом предлежании. И, смеясь, посоветовал поговорить с малышом. Ну, мы с папой так и сделали, разговаривали с ним каждый день, объясняли ему ситуацию. И каждый раз напоминали ему, что все равно выбор остается за ним. Вот. В итоге 38-я неделя я пошла к доктору, и доктор с удивлением сказал, что поздравляю, ваш сыночек перевернулся. Я делала упражнения каждый день и разговаривала со своим сыночком. Вот, поэтому эти упражнения помогли мне, надеюсь, они помогут вам. И чувствуйте своего ребеночка. Я вам желаю осознанной беременности. Итак, начинаем. Исходное положение лежа на спине. Сделайте высокий мостик. Обратите внимание, что весь упор приходится на лопатки и на пятки. В этом положении оставайтесь столько, сколько сможете. Если вы чувствуете, что вы устали или начинает тянуть спина, медленно опустите таз, опустите ноги на пол, колени, помогите себе руками и примите положение сидя. Следующее упражнение не рекомендуется делать людям, у которых повышенное артериальное давление. Итак, исходное положение. Из любой удобной вам возвышенности примите положение так, чтобы таз был выше головы. Расслабьте шею, расслабьте плечи. Возможны маленькие покачивания. Оставайтесь столько, сколько вы сможете остаться. Возвращаемся в исходное положение медленно, помогая руками. И отдыхайте. Самый легкий способ для ребенка перевернуться – это когда вы плаваете в бассейне и делаете упражнения. Вот несколько из них. Последнее упражнение в положении, в котором ноги должны быть выше головы. Расположитесь так, чтобы вам было удобно. Почувствуйте малыша, поговорите с ним. Оставайтесь в этом положении столько, сколько вам будет удобно. Заметьте, что выходить из положения лежа в положение сидя нужно медленно. Сначала ноги, потом помогая себе руками встать. Желаю вам удачи!